Всем отличного настроения, рада видеть вас на нашем канале стильного бутика Калетта. Надеюсь, что вы следите за нашими обзорами для того, чтобы выбирать себе самые стильные и в то же время самые комфортные новинки. Итак, сегодня в нашем обзоре будут ботильоны и сапожки. Начнем мы вот с этой модели. Обратите внимание, какая она необычная. Вот такой стильный удлиненный носик. Носик выполнен из лаковой кожи, сама модель из гладкой кожи. Ботильоны идут на каблучке 6 сантиметров, но достаточно устойчивые, хотя каблучок изящный. И тут они на молнии, внутри баечка. Давайте посмотрим на ножки. Мне очень нравится эта модель, подойдет к большому количеству образов, всегда привлечет к себе внимание, потому что сам по себе дизайн индивидуальный, интересный, необычный. По стоимости 9770, в размерах идут с 36 по 40. Производство Турция, только натуральная кожа и только самая удобная колодка. Если вы предпочитаете больше устойчивый каблук, широкий каблук, то обратите внимание на эту модель. 4,5 см сам каблучок, также самый идет вытянутый мысок. Вот эту модель можно носить уже сейчас, то есть они достаточно плотные внутри. Здесь тоже идет баечка, и за счет вот этого каблучка вы в них не будете проскальзывать абсолютно нигде, даже если будет ледяная поверхность. Здесь, обратите внимание, есть резиночка, если что, можно распороть, они увеличатся по полноте. Стильный дизайн самой молнии, достаточно необычная. Мягкая, комфортная кожа, которая ляжет по вашей ножке. Давайте посмотрим на ногу. Представлены они в двух оттенках, в черном цвете и в молочном цвете. По стоимости эта модель 9970, в размерах идут с 36 по 40. Производство Турция, очень комфортная колодка. Сегодня на каждую модель хочется обращать ваше внимание, потому что каждая модель действительно уникальна. Эта модель была у нас уже в молочном цвете, в черном цвете, и тут они пришли еще в леопарде. Очень комфортный каблук, несмотря на то, что он 7 сантиметров. Есть такой небольшой ремешочек. Модель достаточно тепленькая, то есть это весна, это осень. Смотрите, внутри баечка. Здесь дальше идет натуральная кожа, то есть они будут дышать. Давайте посмотрим на ногу. Мне нравится еще в этой модели скошенный мысок. Вот еще молочный цвет и черный цвет. По стоимости 9570, в размерах идут с 36 по 40, размер в размер. У меня ножка с высоким подъемом, ножка средней полноты, мне эта модель идеальна. Девочки, которые любят каблуки, мы подготовились и для вас. Смотрите, какая с одной стороны базовая модель, с другой стороны в ней все равно присутствует изюминка, как любой турецкой обуви. Итак, модель идет на молнии, внутри чисто кожа, то есть это уже весна-лето, даже когда прохладное лето, в таких тоже можно ходить, и ножки будет комфортно. Каблук идет 9,5 сантиметров, он не маленький. Но за счет того, что он широкий, на них достаточно устойчиво себя чувствую. По стоимости 9770, в размерах идут с 36 по 40. Здорово, когда чисто кожа, я вот это очень люблю. Девочки, кто не успел купить в предыдущей поставке эту модель, мы их повторили. Сейчас все размеры есть в наличии. Очень красивые ботильоны. Ботильоны идут со стразами, подчеркивают любой образ, делают его таким сияющим, красивым. Это натуральная замша, вытянутый мысок, комфортный каблук. Каблук 5,5 сантиметров. Смотрите, идут они внутри с баечкой, то есть достаточно тепленькие. Весна-осень 2024. И представлены они как в замше. Вот я примеряю замшевую модель. Замшевая модель на мне села идеально. Она еще хорошо тянется, поэтому если у вас ножка, вот у меня ножка средней полноты, отлично. Если у вас ножка чуть-чуть пошире, чем моя, я думаю, они тоже сядут. И есть они также в лаке. По стоимости 9370, в размерах идут с 36 по 40. Но очень красивая модель. Турецкие ботильоны в леопардовом стиле. Смотрите, здесь и мысочек такой леопардовый, и каблучок идет леопардовый. Очень красивая новинка. Прям тоже ее однозначно рекомендую. И они достаточно плотненькие. То есть это весна, осень. Подойдут они как на ножку средней полноты, так, я думаю, на широкую ножку тоже должны подойти. Потому что я сейчас их примеряю, и у меня тут есть небольшой запасик. Причем запасик как здесь, так и вот здесь, и здесь еще есть резиночка, то есть вы ее распарываете, если у вас ножка здесь поплотнее, они тоже вам подойдут. По стоимости 10 270, представлены они в двух вариациях, в гладкой коже
и в замше. Может быть, в замше даже смотрится дороже. В размерах идут с 36 по 40, размер в размер. Классическая модель ботильон, но с интересным каблучком. Каблучок идет в стиле леопард. Натуральная кожа, кожа мягкая. И обратите внимание на текстурное. То есть вот эта кожа текстурная, она очень долговечная. Внутри идет баечка. Модель подойдет на широкую ножку в том числе. У меня ножка средней полноты, и у меня есть еще там запас. Представлены они в коже, представлены они также в замше. Хороший устойчивый каблук. Ножки в них только отдыхают. По стоимости 9670, в размерах идут с 36 по 40. В фортах на вас всегда будут обращать внимание мужчины. Именно поэтому бренд Калета подготовил для вас вот такую стильную новинку. Итак, натуральная замша, натуральная кожа, и здесь идет стрейчик. Давайте посмотрим, как они выглядят на ноге. Представлены они в размерах с 36 по 40 и по стоимости 12670. Комфортный устойчивый каблук. Идут они идеально по ножке. Они подходят на узенькую ножку и на ножку средней полноты. Модель рекомендую. Продолжаем тему сапожек. Вот такая модель у нас пришла из кожи рептилии, точнее под рептилию. Здесь даже каблучок идет в стиле. Смотрите, вытянутый мысок. Модель идет полностью на молнии. Подойдет, кстати, на широкую ножку в том числе. Здесь есть резиночка, то есть есть запасик. Модель сама выполнена из натуральной кожи, и внутри идет баечка. Баечка, причем по всей длине. Можно ходить в них даже сейчас. Эффектно смотрится на ножке. Представлены они у нас в двух оттенках, в черном цвете и в таком бордовом красивом цвете. По стоимости это модель 14170, в размерах идут с 36 по 40. Производство Турция, комфортная колодка. Я знаю, как сложно найти цветную обувь. Смотрите, мы приготовили для вас вот такие ботильоны с квадратным мысочком, с комфортным устойчивым каблуком. Внутри идет баечка. То есть это достаточно теплая модель, весна-осень. И представлены они в двух вариациях. На мне они в черном цвете, и есть они также в зеленом цвете. По стоимости эта модель 10970, в размерах идут с 36 по 40. Размер в размер, подойдут, кстати, на широкую ногу. За счет вот этого мысочка здесь достаточно много пространства, но и здесь свободно. Очень красивая модель, сделаны они под рептилию. Смотрите, на свету они еще немножечко играют, то есть более темные, более светлые, так переливается сама модель. Каблучок идет в цвет самой модели по сантиметрам, это 9 сантиметров, но он очень устойчивый, поэтому модели чувствуют себя комфортно. Внутри идет баечка, представлены они в двух вариациях, на мне они в бордовом цвете, и также есть они еще в черном цвете. По стоимости 9570, в размерах с 36 по 40, на узенькую или ножку средней полноты. Для тех, кто любит эффектную обувь, обратите внимание на эту модель. Натуральная замша, здесь такая симпатичная сеточка, красивое переплетение из кожи и из стразиков. Застегиваются они сзади. Давайте посмотрим на ногу. Эта модель представлена у нас в трех вариациях, то есть колодка одна, но три варианта модели. Смотрите, если до этого я показывала вам сеточку, здесь идет такая сетка тоже, но она более мелкая, то есть получается она смотрится даже как прозрачная ткань в сеточке, и есть они в сеточке еще в молочном цвете. По стоимости эта модель 9570, в размерах идут с 36 по 40. На ножку средней полноты и на узкую ножку эта модель будет хорошо. Базовые ботильоны, сделаны они исключительно из натуральной кожи. Здесь лак идет, а внутри кожа без подкладочки. Смотрите, кожа идет однослойная. Ножка будет дышать, каблук комфортный, 6 сантиметров, подойдут под большое количество образов, такая стильная классика. Давайте посмотрим на ногу, представлена в размерах с 36 по 40, идут размер в размер. В принципе, у меня ножка средней полноты, мне хорошо и даже есть небольшой запас. По стоимости 9570, производство Турция. Похожая модель из базовой коллекции. Также самое идет устойчивый каблук, каблук 5,5 сантиметров, лаковая кожа, но эта модель уже идет на баечке, вот они уже прям тепленькие-тепленькие. Представлены в двух оттенках, на мне они в черном цвете, в лаке, и есть они также еще в бежевом цвете, такой темный беж или шоколад, уже в гладкой коже. По стоимости 9170, в размерах с 36 по 40. Колодка очень удобная, комфортная, можно в них долго ходить. Подойдут на ножку узкую, на ножку средней.
средней полноты. На широкую вот эта модель не подойдет. Эту модель могу рекомендовать как категория суперкомфорт. Модель сделана внутри, там кожа. Здесь все идет стрейчик, здесь кожа. Высокий каблук, но достаточно комфортный. Здесь идет, смотрите, небольшой подъемчик, небольшая платформочка. Модель очень удобная. Внутри идет кожа. Вот так это все выглядит. Представлены в двух вариациях. На мне они как раз в бежевом цвете, в таком шоколадном, и есть они еще в черном цвете. По стоимости 10 370, в размерах с 36 по 40. Ну, прям действительно очень удобные. И последняя модель на сегодня – это вот такие стильные казаки. Казаки у нас есть в принте леопард. И есть также они еще, смотрите, в каком интересном принте. Это прям animal print, как будто бы живая природа. Причем здесь идет кожа, а на коже уже такие как накладочки. Очень интересно, необычно смотрится. Давайте посмотрим на ногу. Они представлены в шоколадном цвете, представлены в черном цвете. По стоимости 11 470, и также вот в цвете леопард тоже есть. Сейчас эта модель в наличии во всех размерах с 36 по 40, размер в размер. Очень удобные, очень комфортные и невероятно стильные. Спешите, пока они есть. Дорогие друзья, на этом все. Ждем ваших заказов. Мы работаем как оптом, так и в розницу. Находимся мы. Город Москва, рынок Садовод, линия Б, первый этаж, павильон номер 69. У нас большой просторный магазин, есть гарантия на обувь, и также мы можем сделать отправку в любой город мира.